Расул, в середине октября в Алма-Ате большое событие. Ваш бой с Арманом Оспановым. Хочу начать с вопроса, который обычно задают в самом конце интервью. Ваш прогноз на бой? Я чемпион, как всегда. Я первый номер в своем весе. Я это не скрываю. И тем более я в Казахстане никогда не проигрывал, не собираюсь проигрывать. Арман Оспанов готовится к поединку в Америке. Как вы считаете, с чем связано это решение? Как Гержан Станов тоже готовился в Америке. Ничего не поменялось. Ну, вы сейчас вспомнили о Ержане Истанове. Ну, по мнению многих казахстанских болельщиков, все-таки первый номер в Казахстане – это Арман. Он двукратный чемпион мира, да, он идет без поражений. И согласитесь ли вы с этим мнением, и можете ли вы провести параллель, сравнить Ержана и Армана как бойцов? А что их сравнивать? Они одинаковые. И Ержан выступает по панкратиону, Арман выступает по бойному самбо. Но ни у того, ни у этого хороших бойцов не было за карьеру. А когда попались они, у Ержана, когда попался единственный нормальный соперник, он видел, что с ним стало. Все. Арман дважды выигрывал у вашего земляка, у Руслана Касанханова на чемпионате мира по боевому самбо. Является ли это для вас дополнительной мотивацией и считаете ли вы это в определенной степени реваншем? Конечно, за земляка отомстить это тоже хорошо и приятно, тем более Расул мой тезка и мой друг. В Казахстане многие болеют за Расула Мирзаева. Чувствуете ли вы это? И чувствуете ли вы сейчас поддержку с Казахстана в виде писем, обращений к вам в социальных сетях? Да, у меня есть там те люди, которые болеют за меня, и мне приятно. Это наши земляки и сами казахи. Есть именно сами казахи, которые болеют за меня. Они мне пишут и хотят увидеть моего боя там. Расул, что дальше? Если вы побеждаете, то можно сказать, что вы ставите точку в вопросе, кто сильнейший боец в Евразии. Означает ли это, что больше вы не примете приглашение подраться в Казахстане, или если завтра найдется еще один молодой перспективный, вы готовы сражаться дальше? Ну, пока там только, я знаю, что сейчас Арман Оспанов, все. Был Ержан Истанов, стал Арман Оспанов. И любой, кто новый появится, вызов мне кидать, как бы проблем нету. За счет чего вы собираетесь побеждать Армана? Что лучше у вас? Борьба, ударная техника, функционалка? У меня все отлично. Все. Все эти три стадии у меня все отлично. Ну, а если говорить о сильных сторонах соперника, все-таки какие сильные стороны у Армана вы бы отметили? Борьба, наверное. Он борец. Не так ударник, как борец. Хотя я слышал, что он нокаутировал. Как бы мне эта разница не имеет. Я выхожу драться, я не смотрю, кто у меня, как у меня. Я собираюсь драться в лучшей лиге UFC. Мое место здесь. Они сравнивают себя с Евразией, там, с Азией. Я хочу драться в UFC. Мое место там. Ну что ж, Расул, желаем удачи в предстоящем поединке. Пусть победит сильнейший. Спасибо.